Привет, красотки! И если вы сейчас меня смотрите, значит, пришло время поменять свой имидж. И значит, вы задумались о том, что бюстгальтер – это основа любого гардероба. Давайте познакомимся. Меня зовут Лидия Кацукевич. Еще меня называют Лидия Хулигановна по той простой причине, что я имею очень легкий озорной характер. И подписывайтесь на мой канал в Instagram, это bustclub.com, и на мою страницу в Facebook, где я рассказываю, показываю и пишу такие вещи, которые говорят о философии жизни. А что это такое? Это полюби себя сам. И начнем. А чем же все-таки я занимаюсь? Я профессиональный брафитер. Что такое брафитинг? Это не только определение размера бюстгальтера, но и подбор по строению вашего тела. Ну, скажем, вы любите ходить в магазин, и вы покупаете себе то, что, скажем, преподносят ваши прелести в наилучшем виде, и вы скрываете свои недостатки. То же самое мы говорим о бюстгальтерах, о нижнем белье. Можно бюстгальтер подобрать так, что все ваше добро повиснет. Можно подобрать бюстгальтер, что, скажем, пушап, он будет ездить туда-сюда, и вы будете его дергать, поднимать кверху. Но мы это делаем гораздо лучше вас. Мы подбираем белье по размеру и по модели, по модель вашего строения тела. А что такое брафитинг? 85% носят неправильные размеры белья. Так утверждают англичане. А я утверждаю то, что 99% пришедших к нам в шоурум носят белье неправильных размеров. И не потому, что женщины ленивые или глупые. Просто большинство фабрик отшивает свои размеры от 75-го объема. А к нам приходят и с 70-ми, и с 65-ми, и с 60-ми. Есть даже очень худенькие дамы, которые приходят с 55-м размером пояса. И именно это мы и делаем. Мы подбираем, мы смотрим, что подходит нашим клиентам. Почему правильно подобранное белье – это важно? Мы говорим про сексуальность. В некоторых шоурумах, наверное, скажут вам, что это очень удобно, правильно подобранный размер бюстгальтера, правильно подобранная модель. Я же утверждаю, что чем лучше сидит на вас белье, тем сексуальнее вы выглядите. Ну, потому что сексуальность для нас это главное. И от того, как вы подберете белье, будет сидеть ваше платье или ваша блузка, или же ваша рабочая одежда. И все начинается со исподнего. Недаром я зовусь Хулигановной, потому что я иногда называю бюстгальтер лифчиками, а лифчик – это профессиональное слово портных, и обозначает оно то же самое. Подъем, лифт – это нидерландское слово, и в моем лексиконе это частое слово, потому что я родилась в семье портнихи, и прекрасные посадки мне известны с детства. Я знаю, как надеть ту или иную вещь для того, чтобы она хорошо сидела. И, наверное, придя в эту отрасли слишком поздно, я, наверное, увидела это не совсем взглядом белевика. Я увидела, скажем, наверное, это взглядом человека, который знает, как правильно должно сидеть та или иная вещь. И я пришла сюда в 51 год, и мне сейчас 59 лет, но я продолжаю говорить о том, что правильно подобранное белье, оно повышает сексапильность женщины, оно освобождает грудь лишнее, уводя ее в чашки, освобождая талию, и зрительно фигура женщины становится, ну,
интереснее, да, привлекательнее со всех точек зрения. Грудь приподнимается, да, и многие женщины, которые сейчас идут под скальпель хирурга для того, чтобы сделать грудь пышную, стоячую, мы это делаем с помощью белья. Поэтому подписывайтесь на наш аккаунт. Скоро я уеду на выставку в Париж, в Италию, и оттуда я уже буду делать репортажи, что сейчас модно, что сейчас носят и что сейчас в тренде. И до скорых встреч!